Добро пожаловать в студию на следующую презентацию. Но если у вас вопросы есть по данным... Если у вас вопросы были, если останется время, пишите их в чат. Если останется время, мы ответим тогда или здесь, или потом дадим вам ответы на вопросы. Наша следующая тема. Речь идет о защите растений. Если говорить о защите растений, то в первую очередь думаешь о предписаниях законодательства, что сейчас приходится это достаточно более узко рассматривать. И я думаю, в ближайшем будущем будут тоже изменения. Например, при образовании нового правительства у нас сейчас тоже тема это будет важным пунктом защиты растений. Мы хотели бы сегодня поговорить о новых технологиях в защите растений. Господин Бернд Бауэр расскажет нам об этом. Бернд, добро пожаловать в студию. Бернд руководит отделом защиты растений. И я думаю, особенно внимание вы обращаете на применимость на практике и... Я думаю, это лучшие условия для того, чтобы поговорить об этой теме у нас. Большое спасибо за вступление. Да, какие новые технические условия сейчас существуют? Это не сельскохозяйственное направление, а я занимаюсь растениеводством. И здесь больше внимания мы обращаем на применимость, что мы можем сделать, как мы действительно можем дальше разрабатывать эту тему. И здесь возникает вопрос... Как мы можем понизить это количество средств защиты для растений? Как уже сказали, все это новое правительство, будут новые правила. И как мы можем понизить это количество средств защиты для растений? Если посмотреть, если поговорить о снижении выбросов углекислого газа, здесь, например, первое, может быть, для вас уже известно, если вы уже интересовались CO2, это субституция, то есть просто, что мы отходим от химических средств защиты, а будем использовать больше органические средства защиты. Но также у нас может быть ренессанс растениеводства, то, что действительно будут использоваться новые средства следующие. Мы можем больше обрабатывать почву. То есть, например, если посмотреть, если мы хотим прервать инфекционные цепочки, цепочки заболеваний, здесь мы можем смотреть больше, как мы можем минерализовать почву. И также у нас есть некоторые примеры, как мы можем избегать химических веществ. Хотя здесь нужно сказать, что здесь у меня сегодня не будет примеров, как действительно мы можем тогда улучшить наши культуры, наши растения, то есть использовать полезных насекомых в поле. Это то, что касается субституции. Это не технические, не техническое направление. Посмотрим следующее направление. Это понижение или редукция. Здесь должны быть какие-то определенные техники. Здесь, во-первых, мы можем использовать разную технику аппликации. И здесь, например, посмотрим разные примеры. Здесь мы можем также улучшить орошение растений. И также речь идет о том, что нам нужно
сохранить эти культуры, например, если мы будем заниматься какими-то контактными средствами, где немножко больше их придется применять, где, может быть, эти определенные вещества, активные вещества на рынке сейчас используются меньше. И здесь просто во время вегетации, как бы по слоям, мы можем сохранять наши культуры. И здесь это, конечно, и в обществе нехорошо будет восприниматься, если мы слишком часто будем орошать, проезжать по полям. И нам нужно также помнить о разнообразии видов, о сохранении видов. Это тоже для нас очень важно, где в будущем тоже, может быть, придется работать над этим. И следующее, то, что нам нужна поддержка решений, то есть когда мы вообще это начнем, когда мы начнем развозить эти защитные средства, например, только когда нам нужно действительно что-то, каких-то вредителей уничтожить. И в конечном итоге только тогда мы начинаем это. Мы можем также посмотреть, когда возникают эти определенные вещи, когда возникают определенные условия, когда может быть нападение вредителей тогда на растения, предсказать их. Но это все мы не можем, конечно, все это точно предсказать. То есть мы знаем, что существует опасность инфекции, но мы не можем предсказать, действительно ли существуют уже эти грибки. То, что касается применения средств защиты для растений, это тоже существует вероятность того, что могут возникнуть какие-то грибковые заболевания. Уже в преддверии этого нам нужно заранее тогда принимать решение. Но также мы можем для этого, для предсказания, использовать какие-то исторические данные из прошлого, где, например, более густая засадка, более густая культивация, соответственно, больше или меньше нужно применять этих средств. То есть нам нужно собирать разные данные о почве. И здесь, соответственно, тоже, где проводимость почвы больше и больше, вероятность может существовать этих заболеваний, но это нужно смотреть просто, как все это оценивать. И поэтому давайте посмотрим на следующей странице, чтобы немного более подробно сказать об этом, поговорить, как все это выглядит. То, что касается техники применения, то мы здесь видим, то у нас есть своего рода разные модели здесь. С одной стороны, например, если мы думаем представить о ленточном опрыскивателе, то это одна из простых тогда аппликационных техник, то, что мы можем использовать на одной полосе. Но одна из таких вещей, если думать об опрыскивании при помощи сотел, при помощи дюса, оптимальная техника, то это вторая тогда возможность тогда. То есть у нас мы думаем об одной площади. И если в трехмерном пространстве представить себе это поле, эту культуру, то есть эти капельки должны поступать также и в глубину, чтобы достичь более глубоких уровней поля, то это становится трехмерным тогда представлением. И здесь, если мы хотим повысить эффективность, чтобы эти капельки непосредственно попадали на сами растения, они бесполезно падали просто на землю. То здесь тоже было бы тогда еще как бы так четвертый размер, как 4D было бы. Но здесь нужно смотреть, конечно, мы рассматривали это сейчас сверху вниз. Это становится все сложнее, тогда все более сложная эта техника. То же самое мы можем делать и при поддержке принятия решений, какие меры мы можем здесь предпринять при оценке. Это близость к собственной ценности, которую мы должны получить. То есть, если я визуально уже что-то вижу, у меня есть там что-то, есть какие-то заражения, есть ли какие-то вредители или нет, тогда это все без дискуссии, это нужно как-то устранить. Но если у меня это
заражения, вредители, они как бы уже прогностицировались заранее, то нужно смотреть тогда действительно с точки зрения этой дистанции, что у нас стояло в прогнозе, и когда действительно нам нужно принять решение, или еще большая дистанция, это какая степень вегетации у меня сейчас, если я знаю, что достаточно густая, высокая плотность растений, это приводит к тому тогда, что действительно это будет более сильная опасность инфекции. Тогда это тоже еще следующий вопрос, действительно ли наступит эта остапность или нет. Если у меня комбинация разных фаз, например, где у почвы высокая проводимость, где будет лучше питательные вещества находиться, то, соответственно, и больше наверняка у меня будут больше растений, большая плотность растений, то и, соответственно, тогда тоже нужно принимать уже заранее решение, и, соответственно, еще больше эта дистанция от определенных параметров измерений до принятия решений. В то же время можно также представить себя, если мы, например, видим что-то, мы что-то распознали, нам нужно это устранить, то тогда может использоваться такое активное вещество, которое действительно будет поражать этих вредителей, действительно будет работать. И здесь фунгицидами я не смогу тогда это помочь. Мне нужно действительно хорошее активное вещество. То есть, если уже какие-то вредители есть на растениях, то, естественно, нужно активно их тогда устранять этими веществами. То есть, при помощи таких поддержек, таких инструментов поддержки для принятия решения, мы можем выбрать определенные механизмы работы, чтобы все это работало. Я знаю, что все это, конечно, построено на предположениях тоже и на проводимости почвы, например, которую я могу замерить, на изменяемых параметрах, то есть мы смотрим в разные периоды времени. И здесь, например, мы можем тоже предположить, с такой-то, такой-то вероятностью возникнет событие такое-то и такое-то, и, соответственно, мы уже можно заранее начинать работать с этими защитными веществами. Это как небольшое видение было, на что вообще можно обращать внимание. И теперь я хотел представить два разных спектра. Первое – это условия гербицидов и инсектицидов использования. И здесь я хотел бы сказать, насколько я знаю, у нас достаточно мало возможностей действительно это как-то заменить аппликационной техникой. Там, как правило, тогда опрыскиваются какие-то площади, какие-то поверхности, то, что касается вредителей, и тут нам нужны определенное количество активных веществ, нужно определенное воздействие и на плотность, на определенное количество площади, и, соответственно, поэтому тогда должны быть построены и активные вещества. Поэтому сейчас я хотел бы начать с гербицидов. И здесь нам тоже следует задуматься, в каком диапазоне, где вообще эта аппликационная техника может использоваться для того, чтобы понизить использование гербицидов. И первое, это какое воздействие вообще идет. Это те вещества, которые должны работать через почву, или те вещества, которые должны работать через листву тоже. Здесь нужно задуматься, если еще более подробно это разделить, какие вещества здесь используются. И здесь я это провел оценку таким образом, что в первой графе у нас идет экономия активного вещества, и с другой стороны, как они сказываются. То есть нам не только нужно понизить количество активных веществ благодаря этой аппликационной технике, но если это очень важно для менеджмента устойчивости, резистентности, то тогда нужно как-то комбинировать эти вещества. И здесь это нам нужно тоже использовать еще перед тем, как появляются сорняки. Поэтому здесь мы не сильно можем сэкономить, но все равно это тоже важен, этот менеджмент, важно управление, как расположены эти
А-классах, как то же самое, если я водорастворимые вещества использую, то есть которые не остаются наверху, а которые на несколько сантиметров заходят в почву, которым нужна влага для того, чтобы действовать. Как если я на маленькой площади их использую, на следующей нет, то они немного расходятся также и на близлежащие поверхности. То есть так я могу тоже сэкономить, если не по всей площади их использовать. То есть здесь возможность экономии не такая большая, но для менеджмента управления это достаточно важно. Есть одна причина, по которой действительно мы можем, в которой находится определенный потенциал экономии. Это определенные вещества, которые используются только в очень экономной форме. Мы, как правило, знаем, как выглядит наша почва, она не так быстро меняется. И так мы можем определить, например, на песчаных участках можно использовать меньшее количество или большее количество. То есть таким образом, в зависимости от почвы, от состава почвы, мы можем составить определенного рода карту, по которой мы тогда будем знать, где сколько может использоваться какого вещества. Если посмотреть дальше и посмотреть, как это сказывается на листьях, здесь могут быть тоже разные сценарии. Я посмотрела разные механизмы, здесь разные сценарии. Первое, это у нас еще нет так называемой canopy, то есть у нас есть еще, существуют растения, и здесь нам нужно смотреть, как можно оптимизировать опрыскивание. И здесь мы можем немного сэкономить вещества. То, что касается менеджмента, то зависит от того, какой это класс, BS1 или 2. И в зависимости от этого, может быть, соответственно, этот риск менеджмента больше или меньше. Если я могу оптимизировать проникновение в растение, то, возможно, я смогу немного сэкономить активного вещества. Но менеджмент, так сказать, устойчивости растений остается, в принципе, такой же, независимо от класса. Но есть еще и такие, где мы можем оптимизировать само подношение к растению. То есть, где нет растений, это не применяется, где есть растения, применяется. То есть глифосат используется там, где зеленый, или не используется там, где нет зеленого. И так, таким образом, то есть как бы автоматически распознаются тогда растения и используются вещества там, где они действительно необходимы. Или мы смотрим по карте аппликации, карте применения, и смотрим тогда, таким образом принимаем решение. Потенциал экономии может быть здесь до 90%, поэтому я здесь поставил 3 звездочки, 3 крестика. Это также может внести свой вклад для менеджмента устойчивости растений, поэтому здесь действительно это достаточно высокая экономия веществ. Здесь это сильно зависит также от распрыскивания, какая техника используется, какие сопла используются и так далее. Посмотрим еще немного дальше. Здесь у меня есть примеры, про которые я уже немного упомянул. Это отключение или включение отдельных сопел, то есть там, где зеленые, где есть зелень, они включаются. Где нет зелени, они тогда, соответственно, отключаются. Здесь, конечно, я не гарантирую, что мой список здесь абсолютно полный, но это такая возможность экономии существует тоже. Если, например, растут сорняки на поле, то это тоже возможность устранения. Или возможность также то, что при помощи карт аппликации, карт применения будут управляться включение и выключение этих сопел, или то, что у нас будут существовать определенные концепции применения аппликации, то есть
будет различаться то, что у нас полезное растение, что сорняк. И таким образом на маленьких площадях, действительно в диапазоне квадратных сантиметров, очень концентрированно тогда, соответственно, применяются эти средства или не применяются. Таким образом тоже можно получить большую экономию. Что мы еще можем сделать? Это, если нам нужно это применять, нам нужны определенные рамочные условия. Нам нужно смотреть то, что наша аппликационная техника, которую мы используем, была бы такая, чтобы, соответственно, это включение сопел шло так, как нам необходимо, если мы просто будем их включать, то не обязательно будет так, что будет попадать это средство на все части, на все индивидуумы, которые нам необходимо, с которыми нам необходимо бороться. Здесь у меня показано. Здесь у нас, например, определен один сорняк. Используется, тогда включается два сопла, потому что это растение стоит как раз между двумя соплами. И тут мы хорошо видим по этой кривой, то есть то, что здесь на этой площади на будет применяться вещество, и полностью это применение включается только на это растение и не используется там, где этих растений нет. Если на этом примере, как мы видим, это растение стоит немного дальше от одного сопла, тогда оно получает только часть разбрызгивания этого средства. И таким образом будет ненужное использование, ненужный расход вещества тоже. И тогда следующий вопрос. Может быть, нам нужно немного по-другому делать эти сопла, больше в форме трапеции мы знаем, что расстояние между соплами всегда будет одинаково. И в этом случае у нас, если было бы в форме трапеции сопло, то тогда концентрация и угол падения вещества был бы более сконцентрирован таким образом, что вещество именно попадать на нужное растение, а не зоны по краям, которые нам не нужны. Какие условия у нас существуют для того, необходимы нам для того, чтобы мы могли применять эти отдельные сопла, аппликации на маленьких участках? И здесь я выбрал, когда имеет это смысл, когда не имеет смысл сделать такую таблицу. И здесь речь идет о веществах, которые мы будем использовать. Это зависит от того, это вещество для почвы, для листьев только, или для листьев и почвы. И здесь мы можем использовать эти системы камеры. И эта камера тогда, соответственно, определяет, здесь речь идет или только о листьях, или о воздействии на листья и на почвы. И таким образом мы можем определить некоторые вещества, например, у них есть определенное воздействие только на почву, или другие, которые воздействуют на листья, например, содержание мочевины. По-другому, если речь здесь идет о стручковых растениях, здесь, соответственно, для гороха или для каких-то других стручковых растений мы используем тогда тоже пентиметалин, который мы используем также для классического воздействия на почву. А если смотреть о воздействии на почву и на листья, есть тоже определенные исключения. И если посмотреть на рапс, то здесь можно использовать весь диапазон, соответственно. Делаем на почву и лист, и потом мы можем немножечко дальше почистить. Посмотрим на время внесения. Понятно, что все, что мы делаем до того, это нельзя делать системами камера. Везде, где крестики, там будет труднее последующее. Это хорошо еще с сахарной свеклой. При нарапсе мы можем еще потом отъюстировать. Или там то, что, допустим, где-то пролилось и так далее. Что мы можем еще устранить. В общем, вся эта история уже немножечко ограничена. Если мы посмотрим на частоту применения, то часто
у нас применение по площади и модели или системы, которые сейчас имеются в наличии, это такое повторяющееся применение схожими действующими веществами. То есть тогда последовательность опрыскивания. Если один раз мы уже сделали, то дело уже как бы начато. Одно применение, потом второе применение спреем на небольших участках, тогда нету. Или если мы несколько раз различными действующими веществами, например, на рапсе, и говорим так, мы уходим от SS1 класса и идем, берем кресса, и тут нет возможности, чтобы повторяющимся образом на ограниченных участках это делают, там, где очень специфичные сорняки. В общем, мы видим, что уже все это имеет связь с действующим веществом, которое мы можем применить для данной культуры. На свекле это хорошо, на бобовых уже труднее, а где рапс, это также схоже, как и с бобовыми. Ну что ж, вот этот грубый такой обзор, что он должен сказать о применении гербицидов. А теперь я хочу немножечко поговорить с вами о фунгицидах. Как активные вещества можно сэкономить. Здесь опять же вопрос, где можно это экономить. И здесь тоже нужно задать себе несколько вопросов. Первое, когда мы можем применять карты? То есть если на каком-то поле регулярно возникает инфекция постоянно, все вы знаете, что в случае злаковых там постоянно вот один и тот же вредитель появляется, значит, тогда можно только там применять эти вещества, потому что мы знаем, что этот возбудитель инфицирует там. И затем постоянно это можно использовать. Другая возможность, если у меня возбудитель, который можно как бы дистанционным образом идентифицировать, если такие вот эллипсы, поэтому я и приводил этот пример. Но это, естественно, должны быть симптомы, которые четко можно распознать. Если это скрытые симптомы, которые нельзя увидеть или определить, то тогда у нас будут сложности. И предварительное условие — это такое, что мы применяем такие методы и вещества, чтобы у нас были фунгициды, у которых такое как бы шоковое действие будет. Если, допустим, останавливающее воздействие, потому что, может быть, это вещества, которые только защитные действия оказывают, а нет у них или очень ограниченное действие в смысле прекращения вреда от вредителя. Но в прошлом в этом состоит сложность разработки такой стратегии. То есть здесь тоже нам нужны подходящие вещества, классические или которые длительное действие, концепция длительного действия, чтобы на практике можно было это применять. Следующее. Мы можем не только карту внесения сделать, которую мы можем в режиме офлайн сделать, но можем это сделать и в режиме онлайн и определить так называемый индекс вегетации. Какие бы критерии мы там не брали. Например, классически, где биомасса, где много биомассы, то там у нас другой микроклимат, и тем самым другая вероятность инфекции или другой риск инфекции. И было бы неплохо, если бы вот эти датчики могли бы сказать «да» или какой-то индекс, что там, где у меня много биомассы, там высокий риск, значит, там нужны большие количества. Соответственно, нужно
туда давать. О, причем у этих веществ должно быть останавливающее действие. И когда у меня есть, тогда нужны эти объемы фунгицидов, и цель, чтобы в этот момент проникновение было в посевы, потому что толку не будет от того, если я только первый лист опрыскаю, а те, которые там второй, третий, уже не сможет, потому что, может быть, листочки друг на друга будут очень сильно накладываться, поэтому мне нужно, чтобы проникало в посев. То есть у меня совершенно другие требования, чем, например, в регионе, где другая плотность или где мне говорят, что мало биомассы. Ну, потому что, с одной стороны, когда у меня мало биомассы, у меня совершенно другой микроклимат. Он высыхает быстрее. Тут часы росы тоже. То есть там они могут вообще не распространяться или медленнее распространяться. И там меньше риск заражения. Что это значит для внесения средств? Значит, у меня меньше средств, потому что риск не такой большой. Там намного меньше будут спор, поэтому меньше веществ с останавливающим действием. И если заражения почти нет, значит, я могу его и предотвратить. А с другой стороны, длительное действие. Мне не нужно там 24 там, часа или длительное действие, потому что вероятность, что будем использовать это длительное действие, она минимальная. Поэтому мы можем количество снизить. И что это значит, если вдруг 150 литров воды, мы, допустим, в одном было там 300, в другом там 150, половина, тогда и давление в системе упадет. И что получится? И получится такой вот капельный спектр из форсуночек. Но если там меньше растений, то будет проблема, что вот эти крупные капли очень быстро могут пролететь мимо растений. И поэтому это не очень здорово, если было бы, с одной стороны, хорошее увлажнение, и вот тогда я могу редкую посадку наилучшим образом это вещество поместить на листья. И тут нужно совершенно четко сказать, что это противоречие. Малое количество, низкое давление, но в то же время равномерное орошение. Поэтому вот вопрос, как это реально воплотить на практике в будущем, если мы хотим такие подходы использовать. Первый вариант, что мы берем регулируемые наборы форсунок. То есть если у меня редкие посевы, чтобы все равно довольно тонкие было тонкое нанесение, а если у меня там более крупные отверстия, можно с более низким давлением, хоть и большее количество, и тогда более грубые капли, чтобы они глубже проникали в посевы. Дальше я могу особый вид форсунок взять, или пульсовую модуляцию можно использовать. Об этом я попозже чуть подробнее расскажу, в чем там дело и почему они так интересны в плане применения. В качестве первого примера посмотрим вот эти так называемые троплекс форсунки. Возможно, в будущем у нас будет меньше как бы излечивающих веществ в этой области. Они уже, если можно так сказать, будут разрежены. Дальше рецептуры, они будут более такие медленные. И за счет увлажнения будет оказываться поддержка этому. Или у нас есть вещества, где меньше мобильности в ксилеме, значит, они медленнее акробитально проходят, значит, мы на лист наносим, и они медленнее будут к кончику листа двигаться, значит, тогда орошение. И потом нужно посмотреть, чтобы эти вещества, которые излечивают, но не очень сильное это действие, значит, нужно это излечивающее действие поддержать. То есть тогда нужно на нужное место наносить и следить за тем, чтобы как можно больше вещества было именно в цель направлено, а не просто
а не просто сидела бы на первом листе. Вот такие у нас рамочные условия. Теперь посмотрим, как найти путь, чтобы техника для внесения удовлетворяла вот этим условиям. И подходы могут быть следующими. Возьмем в конечном счете больше защищающих веществ и стратегий. Это пока не касается техники, но это значит, что вот все эти останавливающие вещества, мы часто по ним дальше проходили. Сегодня мы делаем защиту экологических растений. Если, допустим, медь против определенной болезни, там на картошке, к примеру, значит, нам нужно то и дело, когда новый этаж листьев вырос, значит, нужно их защищать. То есть мы несколько раз будем проезжаться. Насколько это обществу очень, так сказать, приятно, например, если посмотреть во Францию, где эти варианты ограничены, это вы можете сами на этот вопрос ответить. Наверное, это не самая элегантная возможность. Другой вопрос, что, может быть, у нас будет ренессанс поддержки с воздуха. Но такое было уже, мы пробовали это в некоторых фирмах, тоже там особо вариабельности нету. Допустим, два таких занавеса, их очень сильно, да, засасываются вниз. Наверху у нас будет большее скапливание. Но тут очень много нюансов и тонкостей. Мы можем где-то в трехмерное измерение сделать, потому что к плоскости, к площади будет еще соединяться пространство. Сейчас пшеница, она еще такая площадная культура, а теперь она может стать объемной. Если, допустим, 25 сантиметров расстояние, возьмем двойную струю и прямо в саму эту пшеницу туда, и вплоть до первого листа или даже колоса, так как можно опрыскивать. Но получится ли это на практике? Мы сделали первые опыты, и удивительно, но работает довольно хорошо. Посредством вот таких шлангов, 25 ряд, можно оптимально ездить. И вначале мы немножко пессимистически были настроены, но когда мы первые парочку метров проехали, это сработало. Может быть, надо еще доработать методику, чтобы применять на практике, но это идет в нужном направлении. Теперь, каковы наблюдения? Я не хочу показывать результаты, потому что это будет в следующем году, а вот наблюдения. Первое, что внесение, оно, на удивление, беспроблемное. Но второе, что вот рецептуры, мы попробовали все, что есть на рынке, там 100%, 50% и так далее. Некоторые рецептуры привели к результатам, если площадно их применять, было без проблем. А если сбоку, как такая пространственная культура, то тогда у нас бывал некроз листьев. Если при некоторых рецептурах, что на высоте форсунки у нас часто некроз листьев, соответственно, такие повреждения. Но что интересно, когда 50% намного меньше, чем когда 100%, но это и логично. Также, что мы видели, что если количество 50% в год, поскольку инфекции были, что в случае некоторых веществ это привело к укороченному сроку действия. Я сознательно так сформулировал. Конечно, можно сказать, что если половину, то в принципе оно уменьшится, но у некоторых это снижение не привело к существенному снижению длительности воздействия. О чем говорит нам этот потенциал? Что можно снизить вот эти скапливающиеся количества. Теперь, если мы посмотрим с другой точки зрения, уйдем от этих троплексных форсунок и идем на самое обычное внесение, пройдемся по нему. Вот очень простое взял поле и плотность посевов, сказал, внизу у нас 400, там, количество колосков и так далее, а
наверху у нас большая плотность, скажем, 550 проростков на квадратный там, метр. И там, где сильные, это мы пока не рассматриваем. Идем на следующий шаг. Количество применяемого фунгицида. Берем столько литров про гектар, 150, где немножечко реже посадки, и полное количество, где у нас больше плотность, так сказать, количество, целевое количество колосков, скажем так. Можем это сделать. Но дальше идет это третье измерение. Когда мы говорили об троплек, форсунках говорили, то мы находим способ, как это сделать проще. И здесь я взял различные размеры капелек. То, о чем я уже говорил, про фунгициды, 150-литровое опрыскивание водой, а там, где у меня 300, чтобы были крупные капли, а там мелкие. То есть одна форсунка, я там меняю давление, недостаточно. Но существуют другие идеи, как это сделать. Ведь может быть, что там, где я ношу мало воды, будут крупные капли, а там, где мало, там то маленькие или наоборот. И третий вариант. Я вообще не хочу, чтобы был какой-то спектр. Это просто вот такое ментальное упражнение, просто подумать. Оно имеет отношение к логике. Имеет ли это отношение к растениеводству? Если я применяю фунгицид, я уже вначале об этом сказал, конечно, я хочу, чтобы там, где у меня мало воды, я хочу, чтобы было хорошее, там, где 400, допустим, оно дает в качестве цель, я хочу, чтобы тоненький спектр был, а там, где больше 550 колосков, значит, туда мне нужно больше фунгицида дать, значит, там нужны более крупные капли, чтобы просачивались глубже. А если наоборот, если я хочу уравнивать все, может быть, там на другой стадии, там, если мало я применяю, где у меня мало регуляторов роста, может быть, это будет относиться к крупным растениям, а не к маленьким, значит, тогда крупные капли нужны, и маленькие не должны уж так обременяться регуляторами роста. А если у меня уже посевы, которые более такие мощные, и которым нужен регулятор роста, нужно смотреть, какое орошение и какое проникновение. То есть там как раз все наоборот. Если берем регулятор роста, хочу все уравнить, то тогда спектр капелек мне абсолютно все равно. Как это сделать на практике? Существует только одна возможность, которая, по-моему, возможна. Это в конечном счете вот это пульсирующая модуляция. Как вообще она работает? Я просто взял вот эти группы форсунок, включил, здесь выключил. Это такое классическое состояние. Мы просто смотрим на... раскрываются форсунки, идет внесение вещества. Это вот 100%, большая вот эта полоска. А теперь, если я форсунки буду включать, так что у меня 50% цикл открытия, 50% закрытия, тогда, если только 50% открыты, значит, по крайней мере, чисто теоретически, значит, на 50% меньше будет расходоваться. Значит, вдруг у нас в той же самой форсунке будет разное количество выходящего вещества. Ну, скажем так, время открытия, если будет еще меньше по отношению к времени закрытия, значит, количество еще больше уменьшается. То есть у нас есть возможность с широким спектром форсунку регулировать количество. Время открытия, duty cycle, это будет варьирующий выхлоп из форсунки. Это первый принцип модулирования. Второй принцип – мы можем давление опрыскивания определять посредством спектра капелек, но может и вот это время открытия плюс давление, которое я даю в систему, я могу отделить друг от друга эти две вещи. И тогда посредством вот модулирования пульса я могу независимо регулировать от регулировки
размера капель. То есть я могу, например, увеличить давление и вот этот duty цикл, цикл открытия уменьшить. Что мне для этого нужно, чтобы это все работало? Мне нужна группа форсунок, работающая в этом режиме пульсирующей модуляции, посмотреть, что нужно, и последние парочку минут. Я не хочу сейчас на этом концентрироваться. Что должна уметь эта форсуночка? Она должна иметь возможность варьировать давление, чтобы была разная крупность капель. Но тем не менее, должна быть, чтобы как бы минимизация была как бы дрейфа. Ну, так внизу справа должна быть видна эта источник этой публикации, по крайней мере, на моем мониторе. Вот здесь такая форсунка. Производитель это все равно какой. 200, потом 2,07 – это треугольничек, и 4,1 – это квадратики. И мы видим, что по оси X вот этот duty цикл 50%, 80%, 100% открыты. Или они в стандартный форсункодержатель были встроены. Это то, что считается как стандарт. И в результате средний волюметрический диаметр, он какой примерно, и мы видим, что он между высоким давлением, где 4 бара, и низким давлением, там, где 2 бара. Если точнее посмотреть, может быть, еще где-то 50 микрон эти форсунки, спектр капелек меняет. Если возьмем 0,4, такая двойная плоская форсунка, посмотрим, есть ли у нас где-то 150 микрометров вариация вдруг в спрее. То есть здесь мы можем намного лучше, чтобы получилось, и проницаемость посредством давления регулировать проникновение в посевы. С другой стороны, это трудно. Следующее. Форсунки должны по спектру капелек, независимо от времени открытия, вот здесь 0,4 форсунка, кто производитель, не важен, и продукт не важен, важен принцип. Если мы видим, что давление 2,0, то это такая сплошная линия, которая цикл 20, и спектр 700 микрометров, а если спектр открытия 80, то идет где-то в направлении 800-900 микрон. То есть, если я изменяю вот этот duty cycle, я меняю спектр, то есть не так оптимально, как я хотел это вам представить. И теперь, как я изменю характер форсунок? И здесь очень большой вопрос надо поставить, потому что в идеальном варианте было бы вот таким волюметрический диаметр и как можно меньше, чем 150 микрометров был размер капелек, чтобы вот этот дрейф избежать, а потом 250 микрометров диаметр, там больше они уже не станут, и будет форсунка с более высоким давлением, с более низким давлением, если я смещаю спектр капелек, если что могу изменять дрейф. Есть другая возможность, чтобы форсунки реагировали вот так, когда я применяю давление, чтобы были более мелкие капельки. Но мы не видим, что по абсциссе эта линия только она отходит при где-то 250 микрометров. Ну, я немножко экстремально здесь нарисовал, где еще до, ну, это действительно такая туман, дающий в виде тумана уже форсунка. Ну, здесь, чтобы спектр капелек более в зоне высоких цифр был. Но в конечном счете, чем это закончится, пока трудно сказать. Сейчас сложно дать этому оценку. Последний мой слайд, и хочу подвести итог. Первое, надеюсь, что стало понятным, что не во всех мерах защиты растений можно достичь оптимизации за счет техники внесения. Второе, при гербицидах решающее значение имеют вещества, которые для конкретной культуры, можно ли
применять определенные техники или нет, потому что если техника не подходит к веществу, значит, нужно уже идти от этого, или будет очень сложно. Дальше я хотел вам сказать, что перемещаться от площадной культуры к пространственной культуре, делать больше расстояния, чтобы троплетные форсунки работали, и в случае фунгицидов, что интересно, и модуляция пульсом, по крайней мере, в перспективе, может позволить отсоединить вот эти два явления. И в этом есть перспектива, особенно там, где у нас кенопи уже есть, значит, есть площадь посевов, а проникновение не зависит от размера капелек. Вот краткий был обзор, о чем вообще можно нафантазировать и подумать, что касается будущего в технике. Ну, надеюсь, что кое-что было вам из этого интересно. Спасибо. Спасибо, Бернард. Спасибо за очень интересный доклад. Мне кажется, что очень хорошо здесь стало понятно, что у нас есть какие-то винтики, болтики, которыми мы можем юстировать ситуацию, потому что если пространственные культуры, площадные культуры, глубина проникновения, технические разработки, это будет следующий шаг, да, однозначно. Только сам, если потенциал посмотреть, пока даже если этого нет на практике, но что, в принципе, с какими, так сказать, мыслями вот, люди, по крайней мере, думают в научно-исследовательских институтах, даже если мы не знаем, ну, допустим, что на 50% можно ли это сделать, зависит ли это от риска и как это конкретно сделать, но, по крайней мере, есть пути, как можно пойти в каких направлениях до того, как сказать, что некоторые варианты внесения вообще невозможны будут. И во многих предприятиях мы должны будем вносить защиту растений, потому что вопросы замещения, там тоже свои проблемы, и нужно оценивать риск. Нужно трезво на это смотреть. То есть в любом случае в коммерческих предприятиях мы все равно будем применять защиту растений, в экологических предприятиях там тоже, да, замещающие вещи тоже на горизонте маячит, но там тоже нужна техника для их внесения и применения. То есть там эта техника будет в будущем играть очень большую роль, а может быть даже еще большую. Если мы говорим о там, времени полураспада, что слишком оно долгое, а если органические соединения не так стабильны, и их нужно более часто применять, и это уже тоже задача техники. Ну что ж, это будет уже, в принципе, ответ на один из вопросов. Ты прямо точно ответил. Вопрос был, что вот биоциды, все эти биоциды, если взять их все вместе, даже если мы немножечко только сейчас по поверхности можем пройти, что там может быть, но вот какие там трудности в плане техники внесений, на что там надо в будущем обращать внимание. Да, это пока черный ящик, по крайней мере, для меня, потому что мы даже вообще не знаем, в каком направлении все это пойдет. Это что, какие-то микроорганизмы, которые живут на или в растении, или как-то внутрь надо их туда помещать. То есть вот эта техника, какую технику применения там нужна? Есть ли какие-то искусственные вещи? То есть такие, я всегда беру такие вот слабые места, или чтобы что-то не так сильно распространялось, чтобы не было конкуренции, или, может быть, какие-то там полезные вещества, контанс ВГ, например, полезны ли, хотя многие фермеры скажут, что вот эта канистра — это вещество для защиты растений. В общем, так, чтобы орошение было там, где действительно это нужно, потому что на чем они тогда будут паразитировать. И тут тоже нельзя сказать, в каком направлении все это пойдет в плане техники внесения, потому что вот то, о чем я говорил, там они требуют других решений. Нужно где-то сделать орошение, где-то, чтобы близко к строме это было, чтобы можно было войти в само растение, а в каком-то другом случае, возможно, нужно равномерно орошать растения сверху и снизу.
вот это такие вот целевые установки. Это те идеи, которые у нас есть по биоцидам. Назад к нашим вопросам. Тут был один вопрос. В двух местах ты коснулся исторических данных. То есть в будущем мы, может быть, сможем уже заранее предсказать, где что будет происходить на поле. В принципе, действительно ли сегодня в состоянии уже предприятия собирать такие данные, чтобы потом обращаться к этой базе данных? Это сложный вопрос, на каком уровне это использовать. Да, если, например, у меня поле, на котором есть определенные какие-то углы глинистой почвы, то тогда, может быть, там на этих глинистых углах будут свои проблемы, о которых не будет на другом поле. Это, в принципе, тоже на этой стратегии можно строить такие исторические карты. В другом отношении, если какие-то датчики будут использоваться, например, на поле для орошения, для удобрения. Одновременно я могу записывать тогда эти данные и в конечном итоге создать своего рода базу данных, где мы будем знать тогда, что на в таком-то углу поля там больше микроклимат, большая плотность, и там поэтому необходимо другое тогда орошение. То есть здесь мне нужно тогда это уже определенным образом сортировать, чтобы скопировать правильные культуры, и которые тогда в этой машинной оценке, соответственно, тогда, чтобы все это обрабатывалось и получалась своего рода карта. И, может быть, не всегда получится то, что нам нужно. И, то есть это нужно сказать, что это требует времени. Эта вещь гораздо сложнее, чем кажется, может быть, на первый взгляд, работать с такими картами, где, конечно, это хорошо работает, но редко используется. Но это можно достаточно просто использовать. Это оценка почвы или пробы почвы, где можно просто, тогда можно разделить это поле на тяжелую, легкую почву. И эти хромозоны, например, они были тоже, хромозоны были проблемы на рапсовых полях. Это не обязательно нужно, конечно, чтобы использовать или понизить использование гербицидов. Но можно было бы понизить риск, конечно, если бы мы знали об этом раньше. Но эти песчаные участки, они должны быть нам, конечно, известны, где, может быть, тоже мы можем собирать такой своего рода как исторический материал, и по этому материалу тогда создавать такие карты, карты внесения удобрений в почву, и каждый год использовать эти карты, чтобы использовать их также и для дальнейшего развития, и через 10 лет использовать их дальше. Как ты думаешь, эти исследования, то, что касается плотности и так далее, или плотности растений, это тоже то, где можно использовать исторические данные? Да, это не обязательно, скажем так, что если растения здесь редко растут, это не обязательно, что у нас будет маленький урожай. Может быть, что по какой-либо причине просто там эта почва была обработана по-другому. Здесь нужно, конечно, смотреть просто, чтобы не делать здесь ошибок, не делать неправильных выводов. Но, соответственно, как я уже сказала, это нужно прослеживать в течение нескольких лет. И для меня, конечно, это совсем не цифровой метод. Но, например, если смотреть эту плотность растений и полей, это со временем можно было бы загрузить тогда просто на телефон, например, и тогда просто при помощи этих приложений тогда просто каким-то образом можно будет в будущем определить, или действительно у меня здесь проблемы, или это так оно и должно быть, и в зависимости от этого думать, искать решение или нет. В конечном итоге можно сказать, что несмотря на все вещества, которые у нас имеются в нашем распоряжении на данный момент, важен, конечно, опыт в сельском хозяйстве в первую очередь.
Здесь был вопрос, ваша оценка, если мы говорим о потенциале экономии. Это скорее гербициды или фунгициды тогда, в краткосрочной перспективе, скажем так, я бы сказал, то в фунгицидах можно сэкономить, конечно, использовать их меньше. Это, конечно, в краткосрочной перспективе это можно было бы тоже, еще пока у нас нет этих необходимых карт, необходимого программного обеспечения, можно приобретать соответствующую технику, где можно было бы сэкономить на этих веществах. Это может быть то, что мы не сразу можем использовать. Здесь еще нам нужно немного еще посмотреть, как это все будет развиваться. Но это все тоже можно реализовать. Это не как на моем примере. Это не обязательно будет линия, там, не знаю, на 15 форсунок, например. Может быть, это может быть и меньшее устройство, но все равно у нас будет хорошее орошение. Я думаю, что здесь это все возможно при помощи техники, если работать с картами орошения применения, то это достаточно быстро можно сделать, сэкономить на веществах. Все это можно копировать, все это сохраняется в памяти, и тогда достаточно сильная будет экономия, может быть, не 50%, как некоторые мечтают, но и также то, что здесь мы сможем тогда просто распознавать, где действительно существует необходимость для подачи гербицидов. И здесь можно сэкономить потенциал экономии, может быть, от 70 до 90%, но это будет совсем тогда другое устройство. Там действительно нужно задумываться. Например, то, что касается хлопка в США, сейчас там это уже используется. Но мы знаем, это действительно тогда будет использоваться эта техника скорее по рядам, а не на площади. И таким образом она может использоваться и дальше. Здесь действительно самое быстрое, что мы можем сделать, это эти аппликационные карты или карты применения. Потом ПВМ, да, оснащение необходимых форсунок, необходимое использование необходимой техники. Еще одна возможность, где в среднесрочной перспективе можно сделать какие-то изменения. Но тоже, конечно, нужно набраться опыта сначала. Это пока еще не решение, это как вопрос, над которым нам нужно работать, потому что у форсунок будет просто совсем другая работа. Раньше это было просто как распыление, орошение, теперь еще этот duty cycle сюда добавляется. Если идет еще изменение давления, тогда тоже тогда большое разнообразие, большой спектр идет тогда работы для форсунок. Тогда сразу следующий вопрос – инвестиции в машины, потому что этот вопрос у нас достаточно часто. С твоей точки зрения, что необходимо сегодня при новой инвестиции, сколько нужно сейчас EVM, как мы слушали, это нужно еще поговорить. Может быть, это и будет ключевая технология, аппликационные карты, карты применения, распределение форсунок. Это тоже нужно посмотреть. Если еще какие-нибудь пункты, где ты скажешь, это обязательно. В принципе, ты уже все назвал. В форсунках нужно задуматься еще, если мы хотим более точнее переключение делать. Это тоже технология будущего, где мы тогда действительно по рядам, по бороздам сможем действительно обрабатывать. Но здесь, например, чтобы все это использовать на кукурузных полях, здесь тоже действительно это хорошо можно использовать при помощи новой техники, переключения форсунок. И это, конечно, тоже нужно рассматривать больше с экономической точки зрения. Это меньше связано со своим растениеводством, но это действительно достаточно
быстро можно использовать. И ПВМ, я думаю, это то, что в технике, здесь это вы ближе к этому сами, конечно, в технике это скорее будет быстрее использоваться. Форсунки всегда можно покупать новые, они регулярно изнашиваются. Так что, если не сразу купили оптимальные, это не так страшно, и я думаю, было бы очень хорошо, если бы все это можно было бы в программном обеспечении объединить эти карты применения и карты давления, чтобы все это использовалось в софте. Может быть, с риском того, что режиссер меня уже не любит, последний вопрос все равно. По фунгицидам ты сказал, мы видим, что фунгициды, здесь скорее мы действительно скорее теряем активные вещества. Да, в начале. А это действительно сильно пад. Если посмотреть эту кривую, то у нас достаточно две больших кривых еще. Тут уже, в принципе, партикуляция, она здесь уже ограничена. И потом теряется воздействие. Это, в принципе, противоречие, то, что допуск этих веществ теперь ограничивается, в то же время у нас защита идет. Это, в принципе, да, противоречие. Если мы боремся только с тем, что мы видим, тогда мы зависим от этих веществ. Действительно, если мы боремся только тем, что мы видим, то нам, соответственно, эти активные вещества, которые активны для почвы и для листьев, или здесь это то, что BS1, BS2, или раньше АРАК1, АРАК2, они тоже действительно сейчас уже проблемы с устойчивостью возникают, то в конечном итоге мы используем вещи, которые сейчас меньше и меньше используются. Может быть, в принципе, сейчас, если мы будем использовать эти активные вещества только по необходимых точкам, то, может быть, не получим нужное воздействие, которое нам нужно было бы на поверхности. Но мы подождем еще немного. Здесь тоже две стороны медали, можно сказать. Мы, конечно, могли бы и продолжить эту дискуссию. К счастью, мы увидимся сегодня вечером еще в нашей беседе вживую. Бернхард, на данный момент большое спасибо за интересный доклад. Большое спасибо и хорошего вечера. Да, этот блок мы закончили. Я рад тогда, что сейчас мы можем продолжить со следующей темой. Маркус.